Проблема обманутых дольщиков Приморья будет решена до конца года. Более 2500 таких семей уже восстановлены в правах. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяка по итогам Совета Дальневосточного федерального округа под руководством вице-премьера Юрия Трутнева. На данный момент необходимо восстановить в правах еще 1015 граждан. Остаются проблемными 7 объектов. По каждому из них разработана дорожная карта, обозначены сроки и пути решения. Олег Кожемяка подчеркнул, для защиты прав граждан, участников долевого строительства в Приморье работает специальный фонд. Принят краевой закон о выплатах компенсации в случаях, когда дом невозможно достроить по техническим или юридическим причинам. Одна из острейших проблем была, за которую мы взялись с первого дня своей работы. И за это время мы более 2500 семей расселили. Это 205 тысяч квадратных метров жилья, так называемым обманутым дольщикам категориям. И тем не менее вопросы еще остаются. И по Хасанской, и по Славянской улице, по Крестьянской. Ну, по Уссурийску там это связано, допустим, с достройкой дома, с получением непосредственно фасада. Это завод задержал там на 3 месяца задержка. Вот, по Славянской там 95% готовности. Вот, по Трудовому и Хасанской там будут выплаты. Вот, по Пихтовой мы решаем с фондом обманутых дольщиков. В общем, мы посмотрели, там, где мы можем достроить, мы достроим. Там, где мы не можем достроить, то людям будет предложена денежная компенсация. Закон 29 марта, законодательное собрание приняло по нашему предложению. Вот, то есть, ну и люди будут подавать свои документы на оформление. Поэтому я надеюсь, что в общем-то, все вопросы, связанные с достройкой, строители нам гарантируют, что они завершат до декабря 2023 года. То, что касается выплаты, это... Процесс оформления, мы денежные средства в бюджет заложили, поэтому граждане будут приходить, оформлять там, где нет возможности достроить. Таким образом, я думаю, сейчас этот вопрос нам удастся решить в назначенные сроки. Напомним, в Приморье мероприятия по завершению строительства всех проблемных жилых объектов и восстановления прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, находятся на особом контроле губернатора Приморского края Олега Кожемяка и правительства края. Эта работа – часть мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда».